Ход реализации государственных программ должен быть в центре внимания депутатов Сената. Об этом сообщила председатель Верхней палаты Дариға Назарбаева на созидании бюро. В случае возникновения спорных вопросов у населения, особенно в отношении вновь вводимых программ, депутаты должны направить предложение в правительство и внести поправки в закон, сказала Дариға Назарбаева. Также было отмечено, что вопросы, выявленные в ходе поездок депутатов в регионы, должны быть подняты и решены в ближайшее время.